Приветствую вас, мои хорошие, на моем канале. С вами Олеся. Хочу сегодня показать вам свои покупки для рукоделия, плюс какие-то подарочки, какие-то приобретения. Ну что, начнем? Перво-наперво хочу показать вам. С AliExpress мне пришли вот такие вот. Такая сумочка пришла. Точнее, пластиковая канва. То есть, видите, вот такая вот она. Это дно. Это дно вот такая. Одна вот такая пришла. Вторая пришла. Сейчас покажу вторую. Так, вторая пришла вот такая вот. Так. Вот это тоже дно получается. Вот так. И она, соответственно, вот так сложится. Вот такая сумочка. Тоже пластиковая канва. Так, что мне еще заказала я? Какой-то из этих посылок должна быть. Уже, наверное, нету. Так, дальше я заказала себе вот такие. Вот такие хорошенькие замочки. Ну, на Озоне, как видите. Вот такие. Такой вот. Покажу сейчас. Вот так. Не закрывается. Такой и вот два таких, но он немножечко поменьше здесь. И такой же. Нет, поменьше. Этот поменьше. Так. Также заказала себе рафию. Да, вот рафия тоже с Озона. Вот такой цвет красивый. Шелестит хорошо так. Так, рафия, 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 рафия. Так. Вот видите. 50 метров. 4 мотка. Цвет розовый, нежно-розовый. Вот, как видите, 4 штучки. Так, что еще? Ну, пайетки, соответственно, это подарки. Одни такие бронзовые, другие черные. И тоже с Озона. Вот такие застежки. Магнитные замочки вот такие вот. 20 штук. Это подарки, скажем так, от родственников для моего рукоделия. Ну и все, пока что это все.